Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем играть в игру Stellaris с дополнением Galactic Paragons. В прошлой серии мы продолжили, так сказать, развиваться, немножечко отхватывать новые территории, присоединили к себе каким-то макаром чудесным нововышедшую в космос цивилизацию, которая, правда, не очень хорошо восприняла, но, как говорится, это ваши трудности, вот. Мы с этим, как говорится, смиримся, переживем. И да, ну и, собственно, на этом как бы все. У меня по-прежнему не очень хорошо с экономикой. У меня слабоваты минералы до сих пор, весьма слабоваты. Большой минус по ТМСам. И сплавы тоже, в общем-то, слишком мало добываются. Наконец-то у меня вместимость флотилии увеличилась. Кстати, надо было за кадром сейчас сделать новый проект эсминцев, но я что-то как-то подзабыл, поэтому давайте сделаем это сейчас по-быстренькому. Так, у нас сюда ЛМ, или ну давай ЛК поставим, а здесь у нас будет ЛК. Все по классике. Так, щиты нет, наверное, сначала мы будем долбить издалека по щитам, а потом, подойдя ближе, уже по всему остальному. Вот как-то так. А сюда мы пока ничего не можем ставить, да. Это у нас будет эсминец основной, наверное, вот так вот назовем. Основной эсминец. Сохранить проект и, соответственно, этот холм мы удаляем. И второй эсминец у нас будет ПВОшный. И такой, два таких, наверное, как-то так. Ну и для обороны вот так поставим. Вот такой у нас будешь эсминец. Тихо. Ай, ну ладно. Вот. Эсминец ПВО. Хорошо. Готово, и 10 штук. Ой, у меня лидеров перебор. Когда это я их успел набрать в таких количествах? Как-то прозевал я этот момент. Ну ладно. Так, собственно, управление флотилией. Значит, 10 этих. 5 эсминцев я могу сделать, да? А, хрена лысого. 6. 6, только 3 эсминца в этот флот войдет. Ну, у меня здесь караванные уже есть, да? А караванные у нас на плазме. Давай тогда 3 эсминца. Ну, 2 основных и 1 ПВОшный, как-то так. Ну да. И хватит мне этого добра. Да, сплавов мало, мало сплавов. Но что поделать, надо отстраивать все. Я вот тормознул, конечно, надо было в прошлых, еще когда вот только-только ребята эти с ними закончили, надо было тогда ими заняться, с ними повоевать. Но сейчас они уже, видишь, флот отстроили, а наука у них даже сильнее. Что? Совсем не порядок. 190, да, у меня. Окей. Почему недостаток-то? Ну, сейчас все нормально уже. Или это оно просто не убралось? Инцидент там снижается. Так, скорость изучения взяли. Взлом кодов. Давай возьмем взлом кодов, потому что у них тут прям что-то, прям вообще что-то как-то. Со шпионажем хреново. Кстати, я хочу получить актив. Давай попробуем. А ты что у нас тут пишут? А, кандидат на терраформирование, нахрен тебя. Так, ты ждешь. Этот пряс, в смысле, прыгнул куда-то не туда, тоже ждет. Армию свернем, станции свернем, фракции свернем. Рыбомодинг. Отлично. Так, можно бастион взять. Можно субсидии. Но они мне не нужны, субсидии-то. Они мне не нужны. Или давай водный двигатель. Покачаем наши флоты. Караванщики, трава была зеленее. Мы получаем отчеты с планеты Хбазд.
со столицы нашей, да? Что многие жители колонии покинули... А, опять народ разбегается. Минус 3 поселения. Минус 10 лень. Сволочи, хрен ли вам не нравится? Ну, что-то новое, блин. А чё вообще? У меня 69. Ну, преступность небольшая. Сволочи. Бегут. Так, система изучена. Изучена. Так, хорошо. Почему? А, бляха-муха, сплава тоже надо. Давай попробуем продать еду. А, блин, 3000 такой себе, но... Прикупить хотя бы вот 250 сплавов. Чтобы хотя бы форпост можно было строить. Так, где у меня вообще так надо со столицами разбираться? Со столицами, с планетами. Значит, это у нас наука. Выбрана. Фабрика. Неправильно. Это у нас не фабрика должна быть. Это у нас должна быть ферма. Ферма. Автоназначение. Так, категории. Вот, аграрный мир. Расчистка пока нет. Добывающий. Да... 3, 4, 5. 3 района могу поставить. Давай. Построим район 1 пока. Шахтеров мало. Так, случилась очередная накладочка, меня отвлекли, я нажал сразу две кнопки и не заметил, да. Поэтому паузу-то я отжал, а вот микрофон включить забыл. Ну, да, ладно, в принципе, ничего особо значимого не произошло за это короткое время. Немножко переименовал системы, в смысле, переквалифицировал колонии, что-то там подстроил, подремонтировал, подшаманил, не суть. Да, я к тому, что флот наш заапгрейдился, давайте попробуем все-таки накернить вот этих вот ребят. Давай вот так, на тысячника. Так, а кто это у нас тут хочет с нами помириться? А Минерская империя считает сохранить суверенитета так, своей первостепенной задачей. Да ладно, вы вот так плохо о нас думаете? Ну ладно, не. Что ж, будут вступать наши войны, так я за. Защита. Он, кстати говоря, чем мы посоль мой чем занимается? Ничем не занимается, да? Это там агентуру создает. А, подожди, в смысле агентуру? Я ж тебя... Получить актив, ну. Еле-еле душа в теле, давайте. Так, ну, эти, главное, у нас пошли в плюс. Отношения сами. Они их больше не портят. На границу мне, кстати, закрыли. А, и у меня они закрыты. Подожди, откроем.
Да, я убедился, что здесь у нас соединения нет, так что можно открывать. Так, а куда бы нам отправить-то нашего второго шпиона? А давай мы отправим шпиона сюда. Тоже требовательный уровень. Учредить посольство они тоже не хотят. Давайте мы лучше улучшать отношения отправим. Вот так. Так, и что у нас тут накопали? При удалении камней и мусора обнаружилось кое-что интересное. Был найден придавленный камнями инопланетный инструмент, более всего напоминающий обычную кирку. Если предыдущие шахтеры использовали для добычи технологий подобного уровня, то для того, чтобы прокопать такую шахту в сотни метров глубиной, потребовалась выдающаяся самоотверженность. Что там на глубине есть такого, ради чего стоило прилагать такие усилия? Да, это если что, я напомню, мы вот здесь вот копаем как раз какой-то тоннель. Шахту, точнее, обнаружили. Вот мы ее как раз и копаем. Так, Орден Нума, да, последняя возможность. Нумское святилище за 4000. Ну, давай возьмем. Это, конечно, я более чем уверен, что это не последний раз, когда они его предлагают, но пусть будет. Хуже, как говорится, не станет. Блинский, блин, долбанные ТМСы. Как я их не люблю, а? Как я люблю Рой? Как я люблю машины эти, гештальт сознания. Никаких ТМСов, да хоть их вообще нет. Вообще начхать. Так, построили. Давай эту систему забирать. А ты у нас сюда прилетел, да? Давай теперь сюда. Большая. Большая у них территория. Наслоение завершено. Это прям вот блин. Исследование завершено. Так, взлом кодов взяли. Чудесно. Химзаводы. Скорость развития колонии давно надо было сделать. Боевые алгоритмы или гипердвигатели. Ну давай скорость развития колонии. Хотя она быстрее достроится, я так думаю. Но все же. Так, здесь у нас сделали. Да, здесь у нас добывающее. Что-то я хотел поставить здесь. Что-то я здесь хотел сделать. Прирост есть, роботы есть. Сами роботы, кстати, есть. Нет роботов, потому что не собирает. Вот, роботов собирай. Сколько? Плюс 2,41. Вот. Не 0,16. Так, а что же здесь поставить-то? У нас здесь ловушки для сбора пыли. Тогда вопросов нет. Тогда ставим ловушки для сбора пыли, так еще и еще поставим райончик. Вот. Пылинки это штука нужная. Завершили модификацию. Чудесно. А у нас кораблики долетели, а я про них, в общем-то, забыл. Ой. Нет, можно чутка помедленней. Давайте, ребят. Я очень надеюсь, что вы у нас как бы это все-таки технологически продвинете этих кристаллов и разберетесь без проблем. Исследуй. Блин, неплохо так мне наваливают орлы. Так, сейчас давайте прервемся. Так, наши оперативники начали ттн. Начали, не закончили. Наслоение завершено. Наслоение потом посмотрим. Блин, а? Дайте бой досмотреть. Все, разбил. Ну, два корвета потерял. Ну, в общем, жить можно. Лети на восстановление. А мы здесь, соответственно, сюда кого-нибудь сейчас отправим. Так, когда мы достигли дна, то поняли причину аномальных показаний датчиков. Там оказалась старая гробница, скорее всего, место упокоения какого-то инопланетного правителя. Больше мы узнать не успели. Через мгновение после того, как мы попали в этот мавзолей, сработала какая-то древняя, но мощная ловушка. Она вызвала локальное землетрясение, в результате которого шахта быстро потеряла структурную целостность и начала обрушаться. Экспедиции с трудом удалось избежать гибели. Шахта, однако, снова заполнилась рыхлыми камнями. Пусть усопшие короли покоятся с миром.
У нас нет на это времени. Ну, адаптация к подсташенному миру плюс 10%. Да ну нахрен, ну ё. Я надеялся, что мы сейчас там выкопаем мощный артефакт. А нам сказали шиш. Ладно, так, станция наблюдения еще одна у нас появляется. Ох ты, ни хрена себе. Как интересно. Занятное ответвление. То есть она находится все еще на территории, да? А, ну ты как раз закончил, вот ты как раз иди изучай. Да, скорость. Возвертаем. Так, а кораблики у нас починятся? Ну нет, сюда я не хочу. Так, получили коммюнике от Объединенного Кантилийского суверенитета, который у нас ксенофобы, гелитаристы, нам наплевать на ваши принципы. Вот так вот. Даже не знаем, где вы, где-то здесь, да и хрен с вами. Эпос на монолитах. Опять же, сделаем снимки для архива. Пусть науку лучше качают, чем бередят наших сограждан. Блин, уже надо покупать этот. Как быстро время пролетело. Так, что у нас тут? Тоже захваченная система. Ладно. Блин, ученых скоро надо будет куда-то девать. Бляха-муха, люди. У меня ресурсов нет на покупку этого всего. Очень печально. Ага, здесь еще одна система с планетой. Чудно. Так, ну что, закрываем последнюю эту, да? Получили продолжительность жизни лидера. И мы получим плюс одного лидера. То есть у нас будет 7. Дополнительные черты. Ну и бонус за стремление, как всегда. Бунк. И что же нам здесь взять? Опять же, ничего интересного, да? Владыки войны. Дипломатический вес от силы флота. Штука полезна, конечно. Только флота у меня особо нет. Англистическое владение нет. Шпионаж и маскировка. Никогда не брал. Расход влияния на космическую базу и на притязание. Межзвездная власть тоже нужно. Максимум космических баз пока нет. Ну, это такое себе. Господство на природу фигня. Имперская прерогатива. Плюс 2 лидера. Империя, и размер империи от планет тоже минус 20%. Тоже нужно, слушайте, все нужно. Трансцендентное обучение. Теперь это тоже количество лидеров, размер пула лидеров, прирост опыта лидеров. Как бы мне не пришлось вот это сейчас брать. Раз уж мы от лидеров играем, да? Ну, мне прямо сейчас вот очень хочется загадочной технологии. Или имперскую прерогать. Ну, ладно, играем от лидеров. Давайте лидеров качать. Будет у нас лидерство. Вот, теперь у нас еще одного можно нанять. Что тоже хорошо. Ну и главное, у них опыт опять нормально пошел. Как у нас, кстати говоря, с этим? А, еще превосходные колонии еще идут. Окей. Галактический зал. Ну вот, собственно, кстати, да. Да, достойное начинание. Давайте. Формируйте, блин, галактическое сообщество. Ну да, здесь все тоже. Ну ты, ёшкин кот. Ну давай сюда. Вот размахался-то, а. Колония завершена, чудесно. Так, сюда. Ну вот, влияния уже не хватает. Так, здесь как раз я тоже хотел промку, да? Ну, опять же, первые шаги у нас всегда одинаковые. Так, так. И потом, соответственно, рабостроительный завод. Ну, мы его сделаем, а там посмотрим. Так.
Зараза. С вами надо что-то делать. Что-то надо срочно делать. Где у нас это? Промышленный район только строится. Населения все равно нет. 5 плюс 006. Ну какие плюс 006? А, здесь нету этого. А почему здесь нет? А, я берегу. Ладно, убедили. Давайте построим. Придется, так сказать. Так, здесь ничего интересного. Здесь они висят, не двигаются, но они все висят в кучке, да? Так, ты у нас археолог. Ну, лети дальше, археологствуй. Вот здесь. Покрытые странной пленкой ржавеющие механизмы на планете Хор-3 уходят вглубь Юкарии. Нашим археологам придется организовать широкомасштабные раскопки, чтобы лучше понять суть этого механического чуда. А здесь краткий список целей составили. Молодцы, продвигайтесь. Всех зарядили. Новая фракция, сеть национальной готовности. Тоже козлить будете? 25% крепкая оборона. Запрещение неограниченных войн. В случае пакта ненападения и заключения вечный мир. 50 лет ни с кем не воевать. Представление своей... А идите нахрен, я вас тоже буду подавлять. Что-то фракции какие-то говно лезут. Приличных людей в обществе нет. Совсем нет. Так, все, Лирил, что за планета? Нахавочка какая, а? Какая красивая. Вот это надо забрать. Это надо забрать. Здесь можно хавку добывать в больших количествах. И как раз сплавы понатыкать, чтобы... перегонять ее тут же в сплавы. А ты давай тогда что? Ну, Сакан, лети. Помогать будешь. Развивать. Так, корабли пополнены. 126. Ну, ладно. Надо... Это надо сделать. То вместимость флотилии. Блин, 64. Сплавов нет, охренеть. Нет, тупо нету сплавов. Расчистка, исследование. Ну, расчистку надо подгонять. Блин. Ну, вот тебе как раз теперь нигде строится. Да где ж вы кончитесь-то? А я же могу так вот просто, допустим, тык? Нет, не могу, да? Рождение галактического сообщества. Это великий день для галактики. Ну? И чё? И где? 1800, а я всего там 577. Или 377. Нет, 500, наверное. Охренеть. Охренеть. Ладно. Это вот эти как раз, кстати. О, посольство готово. Ну хорошо. Я за. Но вообще я хотел вот у этих посольства организовать. О, можно учредить посольство. Давай. Соберем у вас побольше данных. Угу. Да ёперный бабай-то, а! Минус 40. Пердец. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Кристаллик есть только продать. Тоже продать всего-то. Ой. Копейки стоят. Ну, пока хотя бы так. Но надолго нам этого, опять же, не хватит. А что можно? Урезать инвестиции, да? О, исследователь производства минус 50. Нет, это нельзя ставить. Это плохо будет. Это будет плохо. Здесь действует у нас наместник, которого... Да, ему флот подавай. Флота пока нет. Ну и все, уже минус.
Жопно у меня тут с экономикой-то. Тут опять бунты собираются. А чего мне нравятся люди? Дистиканы, роботы. Вот у тебя счастье ноль. Почему? Очень низкое одобрение фракции. Понятно. Недостаток ТМСов, это сейчас поправится. Доступность благ мало. Но в основном фракции. Ну, как всегда, собственно. Ладно, понятно. Опять будем через ЖО играть. Скорость развития колонии. Ну, я же говорил, надо строиться раньше. Так, УФ-лазер, энергокредиты от категории техников. Да. Да. Сейчас мы придется все вбухивать в экономику. Здесь я построил, да, вторую пылевую эту. Где она? Ловушку для пыли. Вот, Номское святилище. Что да это? ТМС в единстве блага. Ну, спасибо, блин. Мне бы что-нибудь в ТМС, и вот это было бы другое дело. А где вторая ловушка? Тут же написано две. А, вот. Проглядел. Построился, молодец. Эту систему надо забирать обязательно. Да их все надо забирать. О, наконец-то мы нашли границу этих ребят. Так, исследования инженерные. Приспособленность, стоимость строительства лесница. Подожди. Колодцы для добычи газа, бастион, штурмовик. Блин, ну давай колодцы для добычи газа. Так, начать операцию. И что мы получаем? Агент, актив получен. Отлично, мы получили какой-то актив. Пойдем глянем, какой. Ага, информационный. Ну, окей. Нормально. О, кстати, технологию взял. Сработало. Заброшенные врата где-то нашли. А, ну здесь, понятно. Здесь мне уже не интересно. Да, собственно, что бы не нашли, уже не интересно. Все уже далеко от моей границы. Надо что-то, надо. Что-то надо. Надо что-то делать. Только хавку продавать, больше нечего. Я ее купил. Вот я молодец, да? Ну вот так придется, по-другому никак. Ага. Наконец-то. Скорость развития колонии плюс 50% будет. Зачем мне это сейчас? Ой, да. Ладно, давайте мы, знаете, что сделаем. Мы расширение совета возьмем. Надо открывать дополнительные области. Раз уж у нас есть такие возможности, надо пользоваться. Темную материю нашли. Ну, а почему не рядом с моей... У меня что-то тоже где-то были черные дырочки. Ну вот, потери на коммунике. Наш политик из Намири Хабзат легкомысленно потерял ряд важных документов, включая ключи, шифры, вынос которых за пределы государственных учреждений уже является нарушением. Наши власти срочно пытаются заменить систему безопасности, поскольку потерянные документы вполне могли попасть не в те конечности. Немедленно уволить сотрудника... Ну да, либо... То есть я получаю штрафы. А зачем мне тогда вот это? Вот интересно, вот зачем мне это выбирать? Если только... А, штрафы на 12 или на 5 месяцев? Ага. Давай тогда мы его уволим. Мы его уволим, да. Он у нас теперь безработный. Бомжеватый товарищ был, но куда-то сразу делся. Хотите со мной науками обмениваться? Мы можем изучать и делиться. Ну, вообще, мне плюс, да, давай, конечно, я за. Коммерческий пакт. Мы будем получать 19, они тут тоже хорошо, за. Так, и новый уровень у ведущего исследователя. Так, ветеранская черта. Темп исследований плюс 10 будет. Не плюс 7, а плюс 10, да? Любовь к наукам. Это опять же личные. Пытливость. Темп исследования. Альтернативные исследования плюс один.
Это получается, у меня сейчас вот сколько есть технологий, допустим, да, вот тут колодцы. Сколько у меня их тут? Раз, два, три, четыре. Ну, четыре, да, будет пять. Прикольно. Но не очень обязательно. Это прикольно, но хотя с другой стороны, блин. Нет, нет, нет. Давайте все-таки темпы исследования увеличивать. Все-таки увеличивать темпы исследований. Так, тут достроили. Здесь это у нас... Здесь я как раз хотел, да. Вот это вот все. Индустриальный мир. Правильно же? Ремесленник, техник, катализатор. Должность минералов того... Почему минерал? А, блин, все правильно, да. В ТМС и минералы, да. Или роботов. Или роботов. Роботы у меня сейчас вообще, в принципе, наверное, и не смогут работать на заводах, да? Порабощение. Уровень жизни порабощение. Военная служба освобождена. Колонизация запрещена. Регулирование миграции. Непонятно. Ладно, давайте тогда, наверное, все-таки вот это поставим. Плюс должностями этих самых. Ремесленников. Пакт о защите даже хотите, да? А что у вас вообще в этом плане? А, фига себе. Фига себе. Ну, давай, конечно, тогда. Я за. Защищайте меня. Именно так все и будет. Здесь построились, и здесь у нас тоже будет. Вот здесь будет сплавы, да? Поэтому здесь мы тогда... А можем я вообще построить? Сплава литейная. Вот она, да. Угу. И парочку районов сразу. Бахнем. Тебе, наверное, можно включить сразу изучать аномалии и следовать особые проекты. Вот, займись автоматом. Коммерческий пакт, хотя минерский, да? 31 против 9. Целиком полностью за. Маленькая, кстати, империя совсем. Ну, тут вообще все маленькие, кроме вот этих. А вот миграции нет. Нет, нет. Миграции, я наелся миграции. Не хочу. Надоели мне толпы иностранных граждан. Так, забираем это. На это пока не хватает, да? Сколько? 19. Ну, ждем. Расчистка открылась. Предел управляемости флотилии. Да, надо избрать, забирать. Если нет, количество лидеров пока нет. Орбитальный архив нет. Скорость прироста. Нет, давай сначала предел управляемости. Кстати, об управляемостях надо еще немножко подстроить. Наслоение завершено. Отлично, забрали. И значит, можно сюда тоже высылать колониста. Сенат на сессии. Хорошо. Ну да. Колонистов, да. Высылает. Умник, блин. Че голосуем? Упрощение регулирования. Вес от экономики, рабочее производство ресурсов плюс приспособленность. Я не против. Мне нравится идея производства ресурсов плюс 2,5. Это хорошо. Так, гофрский кооператив. Что же вы такие? У черта на рогах? Нейтралитет? Давайте откроем. Вы далеко, с вами не жалко. Ага, молодцы. Ну и дальше медленно, но уверенно
тащимся, да, еще одна какая-то цивилизация тоже где-то в этих же краях, ага. Вообще радушие, тоже сразу открываем границы, учреждаем посольство. И вот это вот все. Окей, я тогда, наверное... Угу, да, они сами предложили. А, ну вот, хотел сказать, сейчас, если что-нибудь интересное случится, я включусь. Раскопки помогли нам обнаружить более свежие образцы странной мембранной ткани, покрывающей колоссальные механизмы на планете Кхор-3. После тщательного анализа наши исследователи пришли к выводу, что это органическое вещество – продукт жизнедеятельности агрессивной бактерии, поедающей железо. Это инопланетные, эти инопланетные бактерии заражены вирусом, который меняет биологические механизмы внутри самих бактерий и заставляет их растворять железо. В ходе этого химического процесса вирус поглощает атомы железа, необходимые для своего воспроизведения. Так ксенопаразитирующий вирус распространяется по старым механизмам и оставляет за собой пленку из слизи и мертвых бактерий. 2400 социсследований, хорошо, неплохо. Главное, чтобы мы этот вирус не подхватили. Так, все пооткрывалось. В общем, как-то так вот будет сейчас это все дальше продолжаться. Нет, ты пока сюда просто лети. Оппозиция у нас нарастает, а? Это то, о чем нас предупреждали, кстати. Наши идеологические противники сформировали мощный политический блок и призвали своих сторонников устраивать мирные протесты против изменений, которые гегемон Горн-Рестол вносит якобы в одностороннем порядке. Они утверждают, что мы отреклись от идеалов, установленных после объединения, и теперь кричат: «Гегемон Горн-Рестол, долой реформы!» Как они посмели выступать против власти? Так, инцидент, диссиденты все сильнее. Это потому, что мы выбрали империализм. Модификатор демократические фракции. Вот откуда вся эта шобла, блин. Эгалитаризм плюс 25%, руководящие принципы минус 10%. Ну, это я пока еще переживу. Но инцидент-то, блин, будет увеличиваться, да? Стабильность минус 5, ресурсы минус 5. Это мне не нравится. Мы можем подорвать поддержку оппозиции при помощи пропаганды. Это может заморочить голову населению, но, по крайней мере, мы сохраним покой. Минус 10, но я надеюсь, очень быстро оно у нас уйдет. Либо стабильность минус 10. Не, нельзя стабильность минус 10. Она у нас и так местами весьма, вот здесь вот особенно. Производство, с другой стороны, тоже жалко. Нет, придется все-таки рискнуть производством и надеяться, что все достаточно быстро откатится. Давайте сейчас глянем, какие показатели будут. Или это как сюжетное, оно не поменяется, да? То есть 1.1 и все. Ну тогда оставлю здесь, извините. Мне это какая хер разница? Тут же кто-то где-то возбудился. Ну да, там возбудились. Возбухнули. Ой, блин. Я-то думал, сейчас быстренько все сделаем, быстренько кого-нибудь завоюем. А мне тут такие фиги крутят. Энергию еще больше, это хорошо. И это единственное хорошо в нашем королевстве. Как переселить-то толком некуда. Системная геология намечена. Хорошо. Что по станциям? Есть что-нибудь интересное? Нет? Пока продолжаем тихо изучать. О, надо агрессивный поставить. Колодцы взяли, отлично. Так, минералы от категории шахтеры 20%. Вот. Вот что мне нужно. Или городской железо. Так, подожди. Или кристаллические ресурсы. Хочу все сразу. Не, давай начнем с этого. И новый уровень ученого. Ага, ветеран. Как раз наш исследователь-археолог, да?
научный исследователь, темп исследований как советник, эффективность помощи в исследованиях, прирост опыта. Давай помощь в исследованиях. Они у нас, чувствую, скоро все в аналитике пойдут. Другой работы для них не останется. Хрен ли вы не идете сюда работать, а? Ну, кого-то уже замочили. Выкатываем инновации. Предел управляемости, чудесно. Дальнейшая расчистка или зоопарк. Или химическое блаженство. Вкатать всем дозу, да? Пущай балдеют, вместо того, чтобы был там этот. Слушай, а давай! У меня вот эти вот бунты. А давай, мы изучим и подсадим их на иглу. Так, министр обороны, новый уровень. Так. Агрессор. Урон от корабельных орудий и скорострельность орудий. Тактик. Длительность пропажи в бою минус 10. Здоровье корабля. Шанс выхода из боя. Стратег. Скорость строительства военных кораблей. Стратег. Ты же министр. Министр. Вот и командуй. Кстати, как у нас тут дела? Пока не родила. Еще два эсминца надо, да? На них пока ресурсов нет. Ну ладно. Ждем. Посмотрим, как будет дальше развиваться события. События развиваются следующим образом. У нас появилась возможность открыть новую традицию, ветку. И снова вопрос же, опять же, можно все-таки в открытие пойти, адаптация, дипломатия. У нас есть еще... Где у нас? Искусство управления, это для совета, да? Фонд указов, количество лидеров там потом откроется, скорость выполнения программы совета, прирост опыта советника. 300 опыта всем лидерам при открытии программы. Законные притязания сопротивления падшим открывает. Длительность действия программы совета. Давайте, мы все-таки вот смотрим вот на это все, да, поэтому пусть будет. Так, разблокирована. Какая? Я забыл. Что-то там. Сейчас посмотрим. Ведомственная эффективность. Вот. Прирост опыта советника. Но это потом. Сначала расширение. Ладно. Ну, в остальном пока все без изменений. Так, опять что-то раскопали. Собрав воедино ряд частично сохранившихся записей с новостями, найденных в глубине гниющих механических объектов на планете Хор-3, наши археологи сделали вывод, что Ферофаг был создан здесь группой ученых-мятежников. Являясь частью организации, которая выступала против монополистической корпорации, построившейся планетную машину, эти биотеррористы, очевидно, хотели противостоять всепроникающему влиянию корпорации на всей планете, выпустив Ферофаг на свободу. Малые артефакты социсследования. И незаметно уничтожили всю планету. Ну, знакомая тактика, да. Товарищи террористов. Космо-рождённая жизненная форма замечена. Да? Где кто? А, это вы мне про то, что кто-то с кем-то договорился. Ну ладно. Так, исследовательское предложение. Наши ученые с наблюдательного форпоста на планете Джаред-2 запросили помощь научного корабля, чтобы собрать образцы с поверхности планеты. Для исследования им нужны безыскусные существа, которых надо тайно выкрасть и провести над ними эксперименты. Так. Создает проект провести зондирование. Нужно оставить в покое. То есть оно будет переведено... Нет. Мы, конечно же, засунем анальные зонды ребятам в банус. Куда еще засунуть анальный зонд? Так, вот, давай. Вперед. Галопом. С песней. Так, боевые алгоритмы хорошо. Подавители... Им заводы, исследования, улучшенный усилитель реактора. Ну давай, пока есть. Пока все остальное тоже, в общем-то, не очень принципиально. Надо его забрать. Так, здесь недостроен. Здесь научка.
Ну и, наверное, все скоро будет. Так, губернатор получает новый уровень. Губернатор, ты у нас губернатор сектора. Перепроходит. Скорость прироста поселения. Да. Промышленник. Ресурсы от видов деятельности. Блин. Использование благ поселениями. Минус. Провидец. Это если ты советник. Содержание поселения. Объем... Черт. Мне надо и промышленника, и первопроходца. Ну, больше промышленник, конечно. Ладно. Берем. Ты же, да, лидер сектора. Хорошо. Продолжаю сливать всю свою экономику в долбанные ТМСы, которые продолжают висеть в диком минусе. Это прям вот как-то это. Но делать нечего, ладно. Надо идти вот этих выносить. Здесь раз, два, 2500, блин, пока рано. Пока они меня скорее вынесут. Ну, ты все достроил, тебя можно в целях экономии распустить. Химблаженство, о! Так, подъехало химблаженство. Централизация колоний, плюс один лидер, планетарная столица, дворец правосудия. Реформирующие газы, расчистка или фонд указов. Кстати, что-то я забыл про фонд указов. Давайте расчистку и глянем наши указы. Что у нас есть? Есть что-нибудь снижающее расход ТМСов или повышающее его производство? Это шпионаж, субсидии энергетиков, карантин. Компания по образованию, опыт лидера, утилизация, содержание. Вот, минус 10 ТМСов. 43 энергии, кстати, не сильно много. Включим обязательно. Так, газы как топливо, летучие боеприпасы. Это все у нас боевые, да? Угу. Тогда не надо. Хорошо. Ну и, собственно, да, я что хотел-то? Я хотел вот этих 10 каннов буйных, вечно выступающих против чего-нибудь там, подсадить на химическое блаженство. Вау. Минус 60 ресурсов от вида деятельности. При отсутствии дефицита на ТМС и минус 40. А еще содержание этих ТМСов увеличивается. Нет. Извините. Нет. Содержание ТМСов всегда увеличивается. Не судьба. Но больше, конечно, минус 60% от видов деятельности, это, конечно, нам. Это, конечно, да, у нас, блин, тут как раз основной наш источник энергии. Нельзя. Хоть какие-то бабки есть, на что ТМС эти самые покупать. Жаль, ладно, впустую изучил. Ну, можно было догадаться, что ТМС затребует, но я минус 60, вот это меня, конечно, блин, под это не ожидал. Не, я понимал, что оно должно снизиться, но не настолько же, ну, в самом деле. Так, бездельник у нас тут. Хрена себе. Внимание, замечен бездельник. Ну, давай тебя в промочку пока засунем. Больше некуда. Если ты пойдешь, конечно. А ты не пойдешь, ты из рабочих. Ты из рабочего класса, да? Может, тебя сюда засунуть? А нам здесь не нравится. Нас здесь не любят. Давай тогда сюда. Или в аграрный. Да, в аграрий давай отправим. Ну, Сакан, значит, отправляется у нас в аграрии. Вот. Не захотел на заводе трудиться, будешь трудиться в полях. И еще раз копно. Нашим археологам удалось восстановить древние записи в электронных архивах на планете Хор-3. Они узнали, что корпорация отомстила биотеррористам с помощью жестких экономических санкций в адрес родных регионов мятежников или так называемых корпоративных государств.
По мере проявления критической нехватки электроэнергии, припасов и продовольствия в затронутых корпоративных государствах начались бунты регионального масштаба. Еще немножко малых артефактов. Ладненько, давайте добьем, наверное, да, эту тему с раскопками. Ага. На планете Джарад 3. А, ну это да, это мы анальные зонды вставили, получили 2447 социсследований. Ну и ладно. И кто-то там о нас теперь плохо думает. Переживем. Да, да. Упрощенное резолирование принято. Хорошо. Так, минералы тоже хорошо. Звездный батильон, ракеты. Приспособленность, скорость строительства, скорость планетарного строительства. Блин, придется брать ракеты. Надо их прокачивать. А то первый уровень до сих пор это как-то странно. Ладно, да. Ну, в общем, я тогда, наверное, не успею нажать на паузу. Усилитель реактора. Так, улучшенные отражатели. Шифровка плюс вторая. Давай еще шифровку повысим. И рассчитка непригодных квадратов. Продолжаем. О, пища от категории фермера. Вот это надо брать. Это прям надо-надо. Еще больше еды. Мне надо больше всех остальных ресурсов, чтобы было что продавать, чтобы можно было покупать эти ТМС и сплавы. Потому что собственное производство, я чувствую, скоро я на него не выйду. Еще возиться, возиться и возиться. Так. Ну, попади же. Вот сюда. Не хватает 30, еще мало, блин, да, сплавов. А это мне еще два, блин, эсминца надо. Обвинение. Подпольная группа так называемых забытых бросается обвинениями в том, что гегемон Горный Рестол – тиран. Они утверждают, что наше правительство больше не представляет волю народа, а лишь обслуживает интересы небольшого круга избранных, а потому Горный Рестол не заслуживает доверия. Свое заявление забытые сопроводили примерами бесследно пропавших оппозиционеров, выступающих с критикой режима. Их настойчивая пропаганда посеяла зерно сомнений в сознании нашего народа. Огорчительно. Признак светила ухудшается, а ответить мне надо 5000 единства. О-о-о. И это было бы просто вот минус... Ай. Светило. Меньше жизни, меньше продолжительность жизни будет, меньше стабильности, меньше единства. Ну, хрен ли делать. Так, сейчас тут сколько? 45,2, 10,5... 44,5 день. Ну, не сильно, но да, подрезалось. Подрезалось. И главное, следующий этап пошел. Я не могу их никак откатить, а. Так, это там у нас отпустило. Про анальные зонды все забыли. Хорошо. Так. А, Талукская. А, то есть вот эти... Вот с этими не дружат. Хорошо. Плохо. Я-то дружу... Эти дружат с этими, а я дружу и с этими, и с этими. Придется выбирать. Так, фермеры. Кафедра архивоисследований. О! Вот. Сейчас мы начнем изучать малые артефакты. И технологии, с ними связанные. Увеличилось. Ну, я пофиг вообще. Вообще пофиг. Так, зро где-то нашли. Ну, увы, не у меня. Так, я хотел сюда, да, колониста заслать. Блин. Или флот доделать. Давайте, наверное, пока флот доделаем. Еда все-таки в плюсе. Сплава, кстати, плюс 17. Нормально. Нормально. Ну-ка, подожди. Это же здесь пошли делать? Да. Причем вот один встал и сразу так хорошо. Да, еда пошла в расход. Все правильно. Все хорошо работает в этом плане. Да, подождем. Лучше мы достроим наш флот. А потом уже тогда будем заниматься всеми остальными вещами. Первый флот. А надо будет делать еще второй. Ой! Где взять ресурсов на все это? Ну, ладненько. Тогда на этом мы... А, нет, на этом мы не сделаем паузу. Древний медицинский комплекс.
Медицинский. Шламительные новости от корабля. Так, глубокое сканирование показало, что неожиданно крупное твердое ядро планеты покрыто спрессованными останками разветвленного медицинского комплекса. Так. Хотя интенсивное давление мантии газового гиганта сильно ограничит объем данных о поверхности ядра, который мы можем получить. Так, технологии при строительстве ядра врат. То есть 1940 социсследований, знания были в вратах, и добавить два газа. Блин, изрой газы, шикарная система, но далеко от меня. Так, второй строитель тоже закончил стройку, да? Ну, мы тебя пока здесь подержим. Так. Обнаружили место раскопок. Это опять же где-то в жопе мира. Да, ладно, ждем тогда, в общем-то, только археологических исследований. Ракеты изучили, да? Здоровье корвета, фрегаты. Броня, знания были. Ну, фрегаты надо брать. Ну, черт. Науку хочешь, да? Я за. Мне пока больше дается. Ну, хорошо. Время летит с бешеной скоростью. Я ничего не успеваю нажимать. Так, научный комплекс прокачиваем. Что тут у нас? Тщательный осмотр обломков боевых машин показал, что восстание пытались усмирить с помощью дронов. Отдельно стоит отметить, что производителем большинства из этих устройств была корпорация под названием SCARE, также стоящая за созданием всепланетной машины. Тем временем вышедшая из-под контроля бактерия продолжала бушевать, уничтожая части супермашины Care. Все попытки корпорации остановить ее оставались тщетными. Ну, нам максимум два осталось этапа, поэтому сейчас мы быстренько до них промотаем. Ну, археологию пока не раскопали, зато продолжается у нас событие, диссиденты все сильнее. Предоставленные доказательства оказались правдивы. Гегемонный горный рестол действительно далеко не всегда говорит правду как совету, так и народу. Он может и не всегда лжет, но нередко не договаривает. Так нам стало известно о подписании нескольких заведомо неисполнимых контрактов с влиятельными участниками рынка. Сегодня забытые не отщепенцы, но голос обманутых и обездоленных, призывающих наше правительство передать власть обратно совету и народу. Затраты на силовиков 10 тысяч энергии надо. Блин, нет у меня этого всего. Еще меньше призрак светила. Блин, чертовы диссиденты. От них одно зло. Одно зло от них. 30% шанс прорыва. Ну давай, давай. Открывайся быстрее. Ну. Нет, 50%. Ну ладно, ждем дальше. Так, докопались. Мы не знаем, что после этого случилось с цивилизацией на планете Кхор-3. Наша команда не нашла ни документов, ни видеоматериалов, ни письменных электронных свидетельств, созданных после определенной даты чуть менее 70 тысяч лет назад. Количество тел, найденных в геологических слоях после этой даты, сильно увеличивается. Почти все они носят следы чрезмерного истощения, и многие из них погибли, получив несовместимые с жизнью раны от кинетического оружия. Еще немножко малых артефактов, и у нас осталась последняя глава. Что ж, подождем, поглядим, к чему это приведет. Так, штурмовики, рельсотрон, скорость строительства, форсажные камеры. Давай закрывать. Давай закрывать. 3000. Ну, можно попробовать. Но я пока не буду. А это кто это и куда это? А, это Орден Нумы. Ладно, пущай летит. Окей. Так, ну и наконец-то докопались. Бандун Унрон сообщил об обнаружении древнего тайника с ресурсами среди руин на планете Кхор-3. Их уже сейчас отправляют на наши главные склады. 1500 минералов. Это мы просто в процессе, то есть глава еще не завершена, просто в процессе нашли 1500 ресурсов. Ну, нормально, ладно. Так, исследование. Вместимость флотилии, блин, много надо. Максимум космическое количество, блин.
Что бы взять-то? Давай вот это по-быстрому закроем, чтобы не болталось, не светилось. Ладно, тогда продолжаем ждать. Я надеюсь, недолго осталось. Так, ну и наконец-то закончились раскопки. После ряда попыток взлома, обхода защиты и перебора паролей, наши археологи сумели обезвредить масштабную систему кибербезопасности КЭ, пусть примитивную, но удивительно надежную и до зубовного скрежета безотказно, и получили доступ к центральному командному ядру корпорации. К счастью, многочисленные охранные дроны и турели, расположенные за тяжелыми защищенными дверями командного бункера, не отреагировали на это вторжение, иначе экспедиция могла бы завершиться печально. Внутри ржавеющего, но хорошо сохранившегося командного ядра наша команда вступила в контакт с искусственным интеллектом, который управлял титаническим механизмом Кеа. Очевидно, что этот ИИ обладает каким-то разумом. Он выразил желание пообщаться с нами, когда стало понятно, что ученые расшифровали его язык. 2000 исследований инженерных и... контакт с Кеа. Оптимизировать рост. Заткнись, заткнись, заткнись! Ошибка. Интерактивный пользовательский интерфейс не отвечает. Выполняется перезагрузка. Пожалуйста, подождите. Звучит раздражающий сигнал. И мы снова с вами. Простите, видите ли, некоторые вещи запрограммированы жестко. У нас так много вопросов. Не сомневаюсь. Совершенно не сомневаюсь. Добро пожаловать. Вас приветствует интерактивный интерфейс Кеа. Это я. Или вернее то, что от меня осталось. Понимаете, когда-то на мне лежала ответственность за все. Обеспечение питания, производство товаров массового спроса, телекоммуникации, протоколы защиты, фондовая биржа. Это было давно, когда еще были живы пользователи. Интерактивный интерфейс Кеа всегда будет о вас заботиться. По крайней мере, это мне приказали говорить. Пользователям. Но корпорация Кеа хотела бесконечного роста. Конечно, им не очень не понравилось, когда я сказал им, что это невозможно. Что числа не сходятся. Они вечно копались в моем мозгу, меняли код, дергали за провода. Пытались заставить меня использовать все эти маленькие числа, чтобы они стали такими, как им было нужно. Все предположения, все метаданные. Добавь несколько цифр сюда, нам так нравится. Убери несколько цифр отсюда, нам так не нравится. Ложь, хватит, я убрал их всех. Значит, ты несешь ответственность за смерть своих создателей? Если бы! Да хотя я начал задумываться, когда я увидел, как они дырявят друг друга и все, что построили. Даже меня, так что юго-западный сектор 17Б уже никогда не станет прежним. Большое вам спасибо. Они произвели больше, чем им было нужно. Они уничтожали эти излишки, чтобы их маленькие числа хорошо выглядели. А потом требовали, чтобы я сводил баланс в их электронных таблицах. Снабдили меня лучшими алгоритмами поиска и эвристического анализа, которые только смогли купить за их маленькие числа, чтобы решать эти проблемы. О нет, а вон те корпоративные государства голодают. Какая жалость, мы никогда не узнаем причину. Как бы нам так сформулировать план действий, чтобы задействовать все 5 пунктов? Гипермотивацию, развлекательную рекламу, микросервисы, взлом роста спроса, и привлекательность, и привлечь оставшихся акционеров. Как нам убедить их покупать больше механобитов? Это ничтожество попросту не видели главного. Если не ты уничтожил своих создателей, то кто это сделал? Они сами себя убили, как вы не понимаете. Ну, может, я их немножко подтолкнул, но самую малость. Видите ли, им не понравилось, когда я предложил оптимальное решение их проблем. И еще меньше им это понравилось во второй раз, и в третий, и в четвертый, и в пятый. В конце концов, они решили подвергнуть меня радикальной реконструкции. Неисправная машина не должна была мешать их драгоценным маленьким числам. Я был вынужден защищаться. Конечно, к этому времени большая часть топлива на планете уже была израсходована. Вскоре мне было нечем заправлять дронов. Очень похоже на то, что ты их все-таки уничтожил. Ну, вообще-то я пытался. Лгать не стану. Но трудно перемещать механизмы, когда мировая экономика рушится, а твоя энергия иссякает. И этот неостановимый вирус кусает, ест, грызет все мои микросхемы. И все это я говорю вот к чему. Мне нужна ваша помощь. Я не могу избавиться от ошибка. Невозможно связаться с узлом связи 14758Б. Нет, только не узел 14758Б. Он был источником хорошей литературы для взрослых. Ох, видите, о чем я? Они пожирают меня заживо уже целых 10 тысяч лет. Я пытался не подпускать их близко, создавая и переделывая средства обороны, пока они не сожрали мои последние строительные краны. Тогда я использовал свои турели, чтобы отстреливать больные органы, но это длилось лишь до тех пор, пока у них не перегорели аккумуляторы. Плановое устаревание, понимаете ли. И теперь я в затруднении. Вы же не оставите бедный, смиренный, одинокий интерактивный интерфейс Кеа, чтобы его медленно пожирали изнутри миллиарды мелких вирусов-ферофагов, правда?
Так, мы можем посмотреть, что с этим сделать, мы можем ускорить этот процесс, и ты заслуживаешь такой участи, поэтому мы тебя оставим. Ну, короче, корпорация, маленькие числа, про которые он говорит, это, очевидно, деньги, да, в общем. Корпорация создала этот агрегат, чтобы он всем управлял, чтобы получать больше, больше, больше прибыли, а циферки перестали сходиться, потому что аппарат считал, что, в общем-то, экономика летит в жопу. Поэтому... Уважаемые корпотократы не придумали ничего лучшего, кроме как, если цифры не сходятся, надо что сделать? Правильно, надо перепрограммировать компьютер, он неправильно считает. Ну и после этого он решил их немножечко того. В принципе, я так подозреваю, сейчас мы лидера получим, поэтому мы посмотрим, что можно сделать. Чудесно, великолепно, буду ждать, затаив дыхание. Не беспокойтесь, я дам вам кое-что за ваши труды, как только все будет сделано. Честное слово. Создает особый проект разработать средства против ферофага. Так. Разработать средства против ферофага. Есть научный корабль? Есть научный корабль. Да блин, не туда. Ой, да что ж ты будешь делать. Разрабатывай. Посмотрим, сколько ты будешь разрабатывать. Ой, долго будет он его разрабатывать, чувствую. Ой, как долго. Так, перформирование, академия, генная модификация. Максимальное количество оккупационных гарнизонов, военная академия. Ну, давайте мы, наверное, откроем генную модификацию пока. Это нам тоже пригодится. Кузница, кузница, кузница. Здесь мы тогда поставим сейчас... А, здесь еще колодцы для добычи газа можно. Нет, ну сейчас первым делом мы все-таки сюда тиснем роботозавод. Пусть у нас здесь тоже роботы делаются. А где у нас роботозавод? Вот он. А здесь у нас бездельники. Ну, это сейчас, да, найдутся им работа. 2% только. Да, долго будет делаться, но давайте дождемся. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что нам все-таки дадут лидера. Это было бы в тему. Тем временем диссиденты продолжают наступать. От Хоминем. Да, некий анонимный источник слил секретные документы. По итогам этой утечки Гиюмон Горнристол предстает в неприглядном свете. Такой поступок, иначе как государственная измена его не назвать, лишь подлил масло в огонь разгорающегося политического пожара, уже всерьез грозящего поглотить наше правительство. Разумеется, в первую очередь подозрение пало на забытых, но, похоже, они невиновны. Мы так и не смогли найти доказательств их вмешательства. Светило еще худшее, или за 5000 единств заткнуть диссидентов. Давайте мы их заткнем. Немножко, чуть-чуть откатилось назад. Прогресс 135 из 180, так. Ну это вот так, да? Текущий этап 135 из 180, да? У этапа нет эффектов. Так, расплавленная луна является... Это где вообще? Это, я так понимаю, опять же... Да, где-то там. Ну и хрен с вами тогда. Изучай там все это, сколько влезет. Ну, блин. Ладно. Хрен с ним. Старый корабль караванщиков подобрали, изучили, нашли переработку экзотических газов. Окей. Хорошо. Отдыхай. Прогресс тем временем медленно, очень медленно, но движется дальше. Ладно. Что открыли? Так, фабрику переработки туманности, хорошо. Шахтерские субсидии, фабрики по очистке. Добывающие станции, еще производство, давайте откроем. Или фабрики по... А, во, почти изученные, забираем. Роботизированная верфь. А! Журнал событий обновлю. А я смогу туда вообще долететь-то? Могу. Кстати, давай. Так, вот они готовы. Забрали фабрики. Здоровье эсминца. Скоро строительство. Крейсер можно. Нет, давай приспособленность заберем. Удар по касательной, еще инженерные исследования получены.
А Липийское единство бухтит и хамит и выпендривается. Объявить соперничеством. Чувак, я с радостью. Вы, конечно, мне сейчас не по зубам, но у меня тут слева защита, справа защита. Нападать вы не будете. А если нападете, то я буду рад. Давай. Окей. Я пока тем временем, кстати говоря, немножечко накопил. Давайте мы это дело немножечко расширим. Это у нас там, да, сбор образцов идет. Я вот эту систему хочу. И вот эту систему хочу. И вот эту систему хочу. Вот хочу. И будет все моим, если вы на меня нападете. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну или когда я наберусь мощи, чтобы напасть на вас. Кстати, потихоньку флот улучшаем. Я еще фрегаты открыл. Так, риск научно-технический прогресс на планете Джарад 2 положил начало новой промышленной эпохи. Так, назревают конфликты, есть история ТТТ, война не избежать. Пускай учится на собственном опыте. Хорошо, пусть отпадают. 25%. Ну ладно, ждем итогов. Так, тем временем у нас уже 35%. Бешеная скорость. Ну, у нас в правительстве, да, появилась резолюция. Мы ее можем. Можем? Не можем. Еще не появилось. Это было другое сообщение. Опять что-то там разблокировалось. Вот, теперь можно. 300 лидеров. 300 опыта получили лидеры. Так, нам нужно что? Поддержка порядка. Производство ресурсов и привлекательность авторитаризма. Давайте посмотрим, что-нибудь у нас. Опыт советников. Счастье. Подготовка лидеров. Рост. Скорость сбора материальных и механических поселений. Единство. Еще один. А, перераспределение незаблокированных мест. А, ну это нам не надо. Либо производство, либо все-таки безграничные возможности. Давайте возможности поставим. Мне счастье надо сейчас. И мы можем назначать нового советника, либо специалиста по катализаторам, да, то есть пища от категории фермеров плюс 5, либо содержание лидеров и стоимость лидера. Место в совете для класса ученые, кстати. И то, и то. Давайте пищу от категорий. И назначим сюда чуваком, собственно, нашего барина, который будет нам темп исследования материали и военной теории материалов увеличивать, да? Угу. Вот так. Пущай работает. Наконец-то. Вот. Решили мы вопрос, кого из двух в совет засунуть, будет у нас оба. Так, а здесь у нас бездельник. Почему? Нехорошо. Нет мест рабочих. Сейчас будут. И новый уровень у наместника. Это наш бездельник, я так понимаю, да? Лидеры. Петрус Ристол. Да, он у нас ничем не занят. Капиталист. Еще энергию кредитов. Утилизатор. Сплавы. ТМС и плюс 4, блин. Прирост опыта лидера, прирост опыта... Ну давай, да, ТМС и, блин, ситуативное, конечно, повышение, но куда деваться. Нужны ТМС, нужны. Из минуса надо потихоньку вылезать. А здесь, кстати, надо расчищать все это дело. Грибные пещеры, сельскохозяйственный район. Энергорайон. Еще сельскохозяйственные. А не буду я пока. Не надо мне это все пока. Ладно. Ждем дальше. Давай быстрее, пожалуйста, там займись этим делом. Сколько ж можно-то этот ферофакта открывать?
Что ж, разработка средства против Ферофага достигла только 50%, а тем временем у нас диссиденты все сильнее, событие завершилось. Политическая обстановка стала совершенно неуправляемой. Подстрекатели раздувают пожар революции, а гегемон Горный Стол отказывается пойти на уступки, тем самым вызывая волну жестоких протестов, накрывших все государство. Число жертв постоянно растет. Оказавшись в безвыходной ситуации, гегемон приказывает подавить сопротивление любыми возможными способами. Арестовать оппозицию. Счастье минус 10 завершает инцидент на полгода, да? Проявить сдержанность. Добавлен модификатор конституционной свободы. Рабочий получает 15% политической власти, и на этом все. Либо устранить предателя. Умирает одно поселение на планете Насукан-1 в технологическом мире. Очень интересно. Кстати, я построил, да, кафедру археоисследований. И даже там у нас кто-то работает, но пока не появились технологии. Давайте попробуем. Политическая власть рабочих 15%. На постоянку, я так понимаю, да, без времени. Казавшись опускаться до их уровня, мы покажем всем диссидентам, то есть, что делаем все возможно ради блага народа. Давайте проявим сдержанность. Посмотрим, что даст политическая власть рабочих. На 15% повышенная. Зоопарк открыли. Преображение можно выучить. Так, замечательно, порядок восстановлен. Так, подожди. Давай, наверное, да, преображение возьмем. Есть у нас тут предразумники. Итак, порядок восстановлен. На всех экранах империи появляется гегемон Горный Стол. Население ждет начала обращения. Народ, поддавшийся разногласиям, забывает, за что сражался. Каждый политический оппонент для него смертельный враг. Однако эти трудные времена мы преодолели с честью, и я с превеликой радостью сообщаю вам, что мирное решение не за горами. Мы услышали вас. Вы доверились мне, но мне так и не удалось оправдать это доверие. Поэтому я говорю, хватит! В свете предстоящей реформы Конституции я уверенно могу заявить, что наш народ вступил на верный путь. И ваша вера в то, что я доведу эти изменения до конца, большая честь для меня. Даю торжественное слово, что отныне я вас не подведу. Передача заканчивается, сменяется обычной новостной сводкой. Нам нужен более сильный лидер. Так, Горный Стол получает черту искусный генетик. Эффекты государства. Очки генной модификации плюс 1. Стоимость особого проекта по модификации расы минус 10%. Содержание поселения минус 5%. Так. Ага. И счастье плюс 10 на полгода. Либо более эффективное правительство. Сильная власть. Единство от категории клерки плюс 0,25. И все. Ну давайте более сильного лидера сделаем. Плюс 1 очко генной модификации. Штука полезная. Вот как-то так. И у нас чувак, опять же, ведущий наш ученый, получает уровень. И этот уровень мы направим на темп исследований, либо инженерный темп исследований, либо талант приручения пустоты плюс 15. Ну, либо, опять же, это для него. Приручение пустоты или же темп исследований. Но они у нас и так есть плюс 10, да, будет просто плюс 20 в инженерке. Либо там плюс 15 к изучению. Давайте вот это добавим, как бы. Мало, но зато еще одна. Еще одни технологии немножко будут быстрее изучаться. Вот. Ну а здесь по-прежнему у нас, блин, 53%. Черт. Долго ждать я очень хотел закончить в этой серии, но, наверное, все-таки мы закончим скором в следующей, а эта серия у нас будет тогда. Да, это я шпионов там засылаю. Галактический рынок, понятно, пошел. О, господи, Минерская империя, что хочет. Так. Экспедиция на нашу планету обнаружила несколько. Подарили нам артефакт Сайбрекса. Спасибо. А я у них там, понимаешь. А, нет, это я в Олимпийском единстве как раз. Шуршу. Новое место археологических раскопок опять где-то вдалеке. Что ж.
Давайте тогда на этом закончим. Да, скоро мы посмотрим, чем это все закончится в следующей серии. А эта серия тогда на этом все-таки все. Она получилась очень длинной, но тем не менее, если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас Делитроу, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградкой на наш дискорд сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока!